Ідеальна чистота серветок, скатертин, меблів – це must-have будь-якого ресторану. Це неможливо без професіоналів своєї справи. Сьогодні спілкуємося з гуру чистоти – Світлана Юлдашева. Світлана Юлдашева – керуючий партнер мережі хімчисток «Un Momento» та студії чистки і редизайну «Oscar Dry Clean Studio». Рада вас приветствовать на нашей передаче и в нашем ресторане. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо большое, что пригласили вас в прекрасный ресторан. Давайте поговорим о вашем интересном бизнесе, о котором мы пока еще в нашей передаче ни с кем не говорили, потому что он очень неординарный. И вот мне, например, очень интересно, как вы с образованием юриста, микробиолога, специалиста по ценным бумагам все-таки нашли себя в чистом бизнесе. Как это случилось? Знаете, часто в нашей жизни происходят достаточно случайные вещи, непредсказуемые. Вот, собственно говоря, так и получилось в моей ситуации. Я много лет работаю с одним человеком, с бизнесменом, и мы вышли с ним из одного крупного проекта, попали в другой крупный проект девелоперский, потом вышли из этого крупного девелоперского проекта, и он попросил меня посмотреть на его такой маленький бизнес, который назывался «Химчистка Un Momento», вот, ну, на пару месяцев. Потом должны были дальше плыть в большое плавание. Но так сложились обстоятельства, что я осталась в этой химчистке, я посмотрела, все рассказала собственникам о том, что я увидела. Ну и так вот сложились обстоятельства, что я осталась работать директором. Угу. И пришли, как я знаю, на 2 месяца, да? Да, на 2 месяца. А остались на 15 лет? Да, маленький такой перерывчик должен был быть, провести такой небольшой аудит и идти дальше. Ну вот так сложилось. Я осталась, мне предложили быть директором компании. Это был для меня совершенно новый опыт, потому что я работала одна, но максимум какой-то был период, я занималась внешнеэкономической деятельностью на Галактоне. У меня был отдел в составе там 3 человек. А вот опыта руководства большой компании, тем более химчистки, ну, точно не было. Я никогда об этом не мечтала, не планировала. Но это еще раз подтверждение тому, что мы не знаем, что нас ждет завтра. Это 100%. Да. Точно в детстве, я думаю, мы все мечтали быть стюардессами, актрисами, учителями. Да? Но... Я врачом. Подскажите, пожалуйста, компания Un Momento – это абсолютно украинский бренд. Но на первых стадиях работы вы все-таки брали опыт ваших коллег, итальянцев, насколько я знаю, пользуетесь итальянским оборудованием. И вот у меня вопрос. Вы обучаете персонал свой здесь или все-таки за границей, все-таки в Италии? Во-первых, в 96-м году, когда 2 джентльмена решили придумать такой бизнес, как химчистка, они прежде всего думали о том, где чистить собственные вещи. Потому что в 96-м году уже начали появляться у людей красивые какие-то костюмы, платья и так далее. А вот химчистки были советские, старые, в которых было чистить вещи достаточно опасно. Поэтому они придумали, что нужно создать химчистку, и там, собственно говоря, обслуживать свои же вещи, там, вещи своих друзей. Учитывая, что один из этих джентльменов был итальянец, соответственно, наверное, лучшие технологии почистки все равно в Италии, потому что Милан – это столица моды. Да, и там же, естественно, столица обслуживания вещей. И вот они придумали заняться таким бизнесом. Конечно же, из Италии были и оборудование, и технологии, и обучение. Но мы не учим каждого сотрудника, которого берем на работу, мы не отправляем в Италию, поскольку сегодня уже в этом смысла абсолютно нет. Мы, наверное, лет 10 тому назад, когда побывали в химчистке в Милане на улице Вагнера, это очень элитная химчистка, куда действительно наши еще многие сограждане в свое время возили вещи чистить. И лет 10 тому назад мы поняли, что мы далеко уже даже отлетели от этой химчистки уникальной в Милане, и мы умеем намного больше, потому что у нас намного сложнее задачи, ну и достаточно большой опыт, потому что первая химчистка Un Momento была открыта в 96-м году. Ну, это огромный опыт. Да, это очень большой опыт, очень много ошибок сделано, наработано опыта, тут никак без ошибок не обойтись. Вы, наверное, первая. Un Momento была одной из 3 первых химчисток, вот нового формата, это была американская химчистка, химчистка, это была немецкая химчистка и была химчистка Un Momento. Ну вот немецкая, американская, да, они есть, они работают, ну их как-то не очень видно и слышно, но Un Momento было и есть, остается номер 1 лидером на рынке. Я надеюсь, что так будет всегда.
Скажите, пожалуйста, вы считаетесь таким специалистом по командообразованию? Я слышала о себе такое вот высокое мнение, мне очень приятно, когда я это слышу. Да, это действительно, я наработала этот опыт, потому что, я повторяю, не было опыта управления, я ничего не понимала, как управлять, как руководить. Но если помните в фильме «Москва слезам не верит», там была такая шикарная фраза: главное научиться управлять тремя людьми, а потом уже неважно, это 100, 200, 1000 человек. На самом деле, наверное, это так, потому что создание команды, в любом случае, мне кажется, что нужно начинать с создания себя как лидера. Кто-то приходит в эту жизнь лидером, кому-то нужно научиться быть лидером. Но в любом случае, вот если посмотреть на бизнес людей, вот как правило, тот, кто управляет, он создает команду наподобие себя. Вот если в концепции моей важные вещи – это честность, порядочность, экологичность, чистоплотность, то вот транслируется на команду, соответственно, команда транслирует это на бренд. Это всегда очень ощущается. Ну, это очень такой бесценный опыт, я думаю, потому что все-таки в нашем, например, бизнесе самое важное – это команда. Это люди, да. Можно купить самое дорогое оборудование, самое лучшее, но если у тебя нет команды, это мертвый механизм. А я расцениваю бизнес, вот вообще рассматриваю бизнес как живой организм, живое такое вот совершенно что-то уникальное, красивое, и это всегда должно быть наполнено светлой, чистой энергией. Вы знаете, очень чувствуется, что вы с душой подходите к вашему делу. Да, это важная составляющая. Вы любите свою работу. Я люблю не только свою работу, потому что работа — такое понятие, знаете, вот, ну, все есть работа. И работа над собой в том числе — это тоже работа. Я очень люблю наблюдать вот за результатами своей работы, своего труда. Это в том числе люди, которые работают в компании. Это большое количество клиентов, которые обслуживаются в нашей сети. Это то, как мы выглядим. И он момента, и Оскар. Вот мне нравится все абсолютно. Я получаю колоссальное удовольствие от этого. Подскажите, насколько велика ваша сеть? Сколько сейчас у вас филиалов, отделов? Мы находимся только в Киеве. К большому моему сожалению, мне очень хочется, чтобы у момента все-таки вернулась к понятию национальной сети. Пока мы только в Киеве. И 55 точек у момента в городе Киеве. Мы практически везде, протяни руку, нас найдешь. И вот Оскар, я никогда не думала, что это тоже будет больше, чем одна точка, один приемный пункт. На сегодняшний день это 3 студии. Вот мы недавно открыли на Лесе Украинки 3-ю студию Оскар. Это то, чем стоит хвастаться, я более чем уверена. Но все-таки, конечно, качество – это самое главное. Для меня, например, как для потребителя, качество – самое главное, да? Конечно, для меня тоже. Как часто вы пользуетесь химчисткой? Я пользуюсь химчисткой очень много. Я всегда сама себе говорю: господи, спасибо, что ты директор химчистки. Потому что я настолько привыкла, у меня поменялась абсолютно культура и отношение к обслуживанию вещей. Потому что я из советского времени, и вот этот стереотип, что можно кашемировую кофту кофточку постирать дома, какой-то мисочке, каким-то средством волшебным. Ерунда это все на самом деле, потому что когда ты почувствовал качество там, отлично отглаженной рубашки, как она белая, сияет, ты всегда выглядишь супер. Как долго можно бесконечно носить, например, замшевую обувь, да? Вот, когда ты вот это все попробовал, это, знаете, вот если ты начал ездить на Мерседесе, вот точно в Ланос уже никак не захочется садиться. Поэтому, да, я стараюсь максимально вот те вещи, которые для меня имеют значение, это практически 99% моих вещей, я их обслуживаю в химчистке. И поэтому они всегда великолепно выглядят, и я не рискую, что у меня дома что-то там превратится в размер для маленького ребенка, или там что-то там полиняет. Я разрешаю себе стирать только спортивную одежду дома. Ну и белье. Скажите, вот, пожалуйста, какой из видов бизнеса приносит больше вам дохода? VIP химчистки Оскар или Un Momento? Я, наверное, вас немножечко удивлю, потому что, ну, первое, что приходит на ум любому человеку, который так или иначе учился какой-то экономике в любом вузе, кажется, что более маржинальный бизнес – это тот, который более дорогой. На самом деле не совсем так. Очень много химчисток, которые зарабатывают свои деньги на обороте, то есть больше, больше, больше. Они не заморачиваются качеством, сервисом там, и так далее. Это их стратегия. У нас немножко все по-другому. Если говорить об Оскаре, как о лакшери-сегменте, там, где прайс достаточно высокий, но те люди, которые обслуживают свои вещи в Оскаре, они очень хорошо понимают, за что они платят эти деньги. Это очень дорогие препараты, прежде всего, они съедают, естественно, маржинальность. Например, студия на Городецкого, мы представляем себе арендную ставку на Городецкого, то есть фактически маржинальность совершенно осознанно, стремясь вот поднять высокую планку обслуживания, качества и так далее. Кстати, Оскар внес очень весомую лепту для
вот потребителей услуг химчистки в Украине, потому что Оскар задал очень высокий уровень качества чистки. И поэтому все химчистки Украины, когда вот они о чем-то говорят, они могут дальше объяснить клиенту, почему это вот столько стоит или почему это вот так. Они говорят, ну это как в Оскаре. Поэтому это очень высокая планка. Она не просто так создается, это действительно очень высокая себестоимость. Опять-таки мы вкладываем очень много времени, денег, персонал. Потому что, когда приходят наши клиенты и восхищаются сервисностью, клиент-ориентированностью в Оскаре, ну, многие, те, кто управляют бизнесом, они сразу понимают, что там за этим стоит. Это бесконечная работа, это тренинги, работа, это обучение персонала, это очень много. Mm-hmm. И, соответственно, высокопрофессиональных людей нужно оплачивать соответствующей заработной платой. То, что у них должна быть мотивация. Вообще, мое глубокое убеждение, что сервис и клиент-ориентированность можно воспитать в людях, если можно применить такой термин, только в том случае, если они получают удовольствие от своей работы. И мой вот лозунг – все должны быть счастливы. Вот все мои сотрудники должны быть счастливы. Тогда они транслируют это счастье, доброжелательность, и все получается. Я читала где-то в вашем интервью, что у вас есть такой девиз «делай то, что должен, и будет то, что будет». Вы придерживаетесь этого? Это девиз тамплиеров на самом деле. Mm-hmm. Я какое-то время, там, я не знаю, своего становления как личности, я очень люблю историю, очень много читала, и вот меня восхищало вот это движение, это сообщество тамплиеров. Это их девиз, а я просто его приняла, и я живу с этим лозунгом. Даже в самые сложные моменты моей жизни я сама себе задаю вопрос. Ты все сделала правильно? Ты честна перед собой? Ты никого не обидела? Ты никому не принесла боль? Ты все сделаешь честно, тогда будь что будет. Вот тогда Вселенная, Господь Бог, они все это видят, они управят. Потому что иногда вот бывают в жизни моменты, когда ты очень стараешься, ты что-то искренне делаешь. Но так получается, что то ли результат не очень хороший, то ли, возможно, там руководитель тобой не очень доволен. И вот для того, чтобы не погибнуть в этой ситуации, чтобы, когда тебе обрезают крылья, ты не свалился, не умер, а как феникс из пепла воспрял и полетел дальше, вот этот лозунг, он реально очень помогает. Ты делаешь все, что должно, делай. Угу. Главное, делай. Just do it. Вот если вы так говорите со своими подчиненными, это 100% успех, потому что столько в вашем голосе заряда, столько в вашем голосе призыва внутреннего такого, и я так понимаю, что все собственным примером. Надеюсь, да, и думаю, да. Это большая ответственность на самом деле, потому что если я своим сотрудникам даю право на ошибку, то вот самой себе я право на ошибку не даю, потому что они смотрят на меня и берут с меня примеры. Поэтому если мы говорим о том, что, ребят, вы должны быть честными, а руководитель сам так не очень, то вот здесь вот возникает диссонанс, они не верят тебе. Поэтому для того, чтобы тебе верили в любой ситуации, ты должен быть примером, конечно. Подорожуйте Іспанією разом із Керама Мараци. Така різна Іспанія дарує емоції, щедрі, немов фарби справжньої фієсти. Цей особливий іспанський колорит знайшов своє відображення у керамічній плитці, керамічному граніті та декоративних елементах в новій колекції «Іспанська фієста» від Керама Мараци. Колекція «Іспанська фієста» – така яскрава, стильна та модна. Чекає вас у фірмових салонах Керама Мараци. Подскажите, пожалуйста, а как у вас вот с недовольными клиентами, да, вот? Это такой... Больная тема. Больная тема, это наверное, больная всех тема сфер обслуживания. Для всех, я думаю, независимо от бизнеса. И вот совершенно недавно у меня была дискуссия по этому вопросу с одним из экспертов. Мы проводили стратегическую сессию, и наш коучер, он говорит, что вот что вы заморачиваетесь, сколько у вас недовольных клиентов? Да недовольных клиентов у нас 0,01%, если посмотреть вот в количестве претензий. Но тут же на следующий день, вы знаете, как говорят, что все происходит не просто так. И Вселенная посылает нам такое испытание. Приходит человек в нашу сеть, это клиент, который обслуживается на протяжении 10 лет, но он приходит 2 раза в году. И вот получилось так, что он был очень недоволен, но на самом деле не объективное его недовольство, потому что я являюсь вообще в нашем бренде адвокатом клиента. Mm-hmm. Я всегда за клиента. Mm-hmm. И я абсолютно с большим удовольствием общаюсь с людьми, мне очень важно их мнение, обратная связь, что не так, что нравится, что исправить, чем я еще могу помочь. Но в данном случае это была совершенно необоснованная претензия, то есть человек хотел почистить бесплатно свою вещь, необоснованно. Мы занимаемся благотворительностью, мы помогаем детям,
детским домам. К сожалению, мы единственная химчистка, кто это делает. Иногда просто вот нас очень просят один детский дом, второй детский дом. Я говорю, слушайте, ну в Киеве 200 химчисток. Они говорят, Санька, она никто нам не помогает. Ну, поэтому мы там стараемся это сделать, помочь. Угу. Мы бесплатно обслуживаем ветеранов Великой Отечественной войны. И я с гордостью об этом говорю. И не потому, что я хвастаюсь, говорят о благотворительности, громко они говорят. Это не благотворительность, это наш долг каждого человека, потому что они так много сделали, так мало получили. Поэтому каждый, кто может хоть чем-то помочь, мы обязаны это делать. Но платежеспособное население должно все-таки платить за свои услуги, за товары, которые мы покупаем. Я считаю, что это очень правильно. Так вот, этот человек разместил пост на Фейсбуке. Угу. И пост негативный. Причем он сказал, что «Унмомент» — это худший сервис в Украине. Обидно, да? И вот здесь ты понимаешь, что вступить в дискуссию в социальных сетях с клиентом — это заведомо проигрышная ситуация. И вот мне было важно, чтобы все-таки этот клиент постарался изменить свое отношение по поводу того, что у момента самый ужасный сервис. Я принципиально с этим не согласна. У нас обслуживаются люди 23 года. Вот как открылась первая химчистка на Тарасовской, вот ходят уже внуки пошли. Mm-hmm. Ну, наверное, не самый плохой сервис, да? Но это просто вот человек вот так вот поступил. И мы с ним разговаривали долго по телефону. Он убрал свой пост, он удалил. Но я вот так долго об этом рассказываю. Почему? Потому что если люди смотрят сейчас эту программу, возможно, кому-то пригодится. Не слушайте никаких консультантов о том, что не стоит фокусироваться на 1% там или на 0,01%. Фокусироваться нужно на каждом недовольном человеке. Потому что так устроена наша ментальность. Довольный клиент. Ну, слушайте, вот мне понравилось, например, у вас я выпила фраппе, совершенно mm-hmm. потрясающе. Ну, наверное, правильно сразу же выйти и написать постик о том, что вот в веранде самый вкусный mm-hmm. фраппе в городе Киеве. Но этого люди не делают. Но если, не дай бог, что-то не так, вот здесь сразу фоточка, постик в Инстаграм, mm-hmm. Фейсбук и так далее. И неважно, плохо, хорошо, правильно, неправильно, но это убивает бизнес, потому что у каждого из тех людей, которые что-то написали, это может быть, например, лидер мнений, как сейчас модно говорить, а у него там миллион каких-то подписчиков, фолловеров, еще каких-то mm-hmm. людей, и вот они все увидят, какая трэшевая там химчистка, ресторан, салон и так далее. Поэтому нужно заморачиваться. Нужно. И работать с клиентами нужно со всеми. Мы вот сейчас как раз собираемся проводить интервью, я вот уже начала это делать, обычно мы анкеты заполняем. А потом мы подумали о том, что мы можем себе позволить при уровне доверия к нам клиентов разговаривать с ними вживую. И на самом деле очень хорошо клиенты реагируют, им очень нравится, когда мы звоним или разговариваем на приемном пункте, задаем им вопросы, они с радостью отвечают. Это вообще замечательный такой вот обмен мнениями. Я думаю, что это очень эффективное общение. Я очень понимаю ваше мнение. Каждая жалоба – это возможность самосовершенствования и саморазвития. Да. Не нужно этого бояться, нужно реагировать, нужно общаться. Люди действительно разные, люди не всегда объективны, но общаться, говорить, самосовершенствоваться нужно обязательно. Нон-стоп. Это знаете, как психологи говорят, они называют, что такое точка деградации. Это когда ты остановился в развитии. Угу. Вот. Если мы не хотим деградировать, значит, нужно постоянно... Значит, нужно развиваться. Да. Скажите, пожалуйста, для европейских стран, для зарубежья все-таки химчистка – это норма жизни? Да. Как в нашей стране? Увеличился ли процент за последние годы? Есть ли какие-то показатели в сторону улучшения? Стали ли больше люди ходить и пользоваться химчисткой? Относятся ли люди нашей страны к химчистке как к норме жизни? Или все-таки для них это как вы сказали, два раза в год? На самом деле, я считаю, что мы внесли очень весомый вклад в развитие культуры обслуживания вещей. Но мы говорим не о вещах, когда мы объясняем, что, ребята, перестаньте стирать постельное белье дома. Ну вот не нужно вам это делать, потому что я заморачиваюсь, для меня очень важно качество там, стирки, запах, я очень сфокусирована на этом. И вот долго мы искали, например, крахмал, который бы вот соответствовал, знаете, вот как в дорогом отеле, ты когда ложишься на эту постель, ты просто засыпаешь мгновенно. Mm-hmm. Прикол в чем? Прикол в степени накрахмаливания. Mm-hmm. Мы нашли этот крахмал на выставке, он безумных денег стоит. Во-первых, сохраняется белье очень хорошо, потому что вот эти старые методы крахмали, как крахмалили наши бабушки,
бабушки там крахмал заваривали, там еще что-то делали. Вот это убивает белье. А учитывая, что оно сегодня совершенно не дешевое, то нужно правильно его обслуживать. Но я даже не об этом больше говорю, я говорю о времени. Потому что самое ценное, что у нас есть, это время нашей жизни. И вот мне жаль женщин, потому что ну, все-таки не мужчины гладят постельное белье, как правило, а женщины. И я просто считаю, что это время лучше уделить себе, своим родным, детям, любимым, там, книгу почитать, музыку послушать, но точно не гладить белье. Потому что если машинка еще может постирать, хотя в домашних условиях ты не накрахмалишь белье, но потом его же нужно развесить, а потом еще погладить. Это куча времени. Лучше на что-то другое. А белье принесите к нам, это не совершенно ну, смешные деньги стоят. Мы говорим об этом, и об этом нужно говорить, нужно. Что это не так дорого. Люди, большинство людей по старинке думают, что они даже не спрашивают, они не идут в химчистку, потому что им кажется, что это очень дорого стоит. Недорого это стоит, приходите в химчистку. Дороже времени нашей жизни вообще ничего нет на свете. 100%. Да. Нужно ценить себя, да. любить себя и делать да. свою жизнь намного комфортнее проще. Там, где мы можем, и да. проще. А в целом я хочу сказать, что вот я когда пришла работать в химчистку в 2004 году большое количество моих знакомых, они продолжали стирать кашемировые кофточки, которые там купили за баснословные деньги в какой-то мисочке, то вот сейчас уже никто в моем окружении этого не делает, потому что все поняли, когда ты на тримпелечке забираешь из Оскара там, или из Ум-момента свою вещь, она выглядит прекрасно, ты не заботишься о том, что что-то может с ней произойти, и ты не паришься по поводу того, как ты потом это разгладишь, и что это будет, ну, в общем, то есть это замечательно. Светлана, обещаю вам, что теперь после нашей передачи и все мои знакомые не будут стирать свои свитерочки. Не нужно. Дома. Я даже, знаете, да. вот для таких, как, наверное, мы с вами, я в свое время придумала создать нашу же клининговую компанию, потому что, ну, не все люди хотят видеть у себя дома там какой-то домашний персонал. Я, например, точно не хочу, потому что я очень люблю свое пространство, и я с удовольствием убираю сама свою квартиру. Но качественно, вот так, генеральную уборку я сама не могу сделать, потому что нужно помыть окна, нужно снять шторы. Это куча такой сложной работы, которая занимает очень много времени и сил. Поэтому вот клининговая компания приезжает, она чистит мебель, она моет окна, это замечательно. Поэтому вот я тоже рекомендую вам иметь в виду, что кроме того, что мы химчистка, у нас еще есть клининговая компания, которая убирает, чистит. Ты когда получаешь свою квартиру после наших клинеров, она вот, знаете, просто звенит чистотой, и тебе хочется находиться там, и ты сэкономил кучу времени. Для меня, как для ресторатора, это очень важно, потому что я вам скажу, вот в нашем ресторане мы первые 2 месяца работали в обычном режиме с штатными единицами, такими как уборка, мойка. И через 2 месяца мы ушли от этого, мы пришли к клининговой компании, которая работает на постоянной основе, потому что большие объемы и качество совсем другое. Конечно. Технологии и... другие. Да, да. Это вы правильно сказали, как ездить на Део и на Мерседесе, да? Грінтаун – елітне котеджне містечко, розташоване в 12 кілометрах від Києва. Станьте володарем заміського будинку з усіма вигодами столичної квартири, щоб щоранку прокидатися з легкістю під спів птахів і знати, що ваша родина в безпеці, а сусіди – культурні, приємні люди. Скажите, какие амбициозные планы у вас на ближайшее время? Я очень хочу, чтобы «Оскар» был в Лондоне, был в Европе. Он того заслуживает. И я знаю о том, что аналогов «Оскару» нет в Европе вообще. Мы готовы. Это очень да. правильные планы, далеко смотрящие, глядущие. Надеюсь, что в ближайшее время вы это осуществите обязательно. Я очень хочу. Я вот все визуализирую, материализую. Вы что-то надеюсь. Делаете уже, предпринимаете какие-то мы шаги? Мы сделали самое основное. Мы создали ценность этой услуги, этому бренду. И достаточно большое количество людей, которые не живут сегодня в Украине по тем или иным причинам, они нам пытаются при малейшей возможности, когда бывают в Киеве, передать свои вещи и говорят, что кроме вас, ну никто, ну вот никак. Это самая сильная мотивация. Мы действительно разработали такие уникальные технологии. Мы их наработали с 2006 года, это на сегодняшний день уже 13 лет. Это был очень сложный путь, но «Оскар» действительно достоин быть в других странах европейских, я не знаю насчет Манхэттена, может быть, когда-нибудь, но, во всяком случае, в Европу я очень хочу попасть, и обязательно в Лондон. С
Светлана, мы поговорили о ваших профессиональных достижениях. А что же по поводу еды? Расскажите, что вы любите? Я пытаюсь вести здоровый образ жизни и правильно питаться. У меня плохо это получается, конечно. Ну, во всяком случае, я не умею быть, как это сказать, маньяком здорового питания, потому что я получаю колоссальное удовольствие от вкусной еды, от вкусного хлеба. Мне так жаль людей, которые лишили себя такой радости. Да. Я иногда могу съесть даже что-то сладкое, там какой-то вкусный десерт. Но мои самые любимые блюда – это гаспачо. Я обожаю. И я очень люблю, я была в Норвегии, шеф-повар мне рассказал, в чем тайна вкусного супа из лосося. И я его тоже очень люблю. Вообще я люблю все. Буду знать, чем вас побаловать. Вот гаспачо точно могу вам предложить сразу после нашей беседы, потому что мы готовим и готовим достаточно вкусно. Я хочу сказать вам огромное спасибо за прекрасную беседу. Очень интересный вид бизнеса, очень крепкие позиции на рынке вашего бизнеса. Вы большой профессионал, очень заряжает ваша энергия. От вас веет силой, мощностью управленца, и при этом вы очень женственны и прекрасны. Спасибо большое. Благодарю вас за прекрасное общение и всегда жду вас в гости. Спасибо большое. Вашему бизнесу успехов и развития. Спасибо и вашему ресторану, хороших клиентов, успеха и, я не знаю, всего самого-самого лучшего. У вас прекрасный ресторан. Спасибо большое. До скорых встреч. Спасибо.